меня уже есть банка. Так-то. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так, спасибо за донаты. Короче, ребят, на Зевсе сейчас будем душить. Будем пытаться выиграть там, потому что... Я вообще, почему взял Зевса? Потому что там три силовика жирных достаточно. И плюс там Джеки Рос. Тоже герой, который как бы славится тем, что у него очень много хп. Брат, не работает такая тема со мной. Меня нереально поймать на торрент без креста, запомни. Ну, это просто невозможно. Не знаю, на что он вообще рассчитывает. Брат, ты умрешь сейчас, пожалуйста, подлечись. Мне страшно за тебя. Так, все, банка сапог едет. Теперь выходим в арканы и начинаем... Начинаем все это убивать. Дело, потому что тут будет прям... Ой, он стики принес, а хила нету, стики апнул. Знаете, в чем его проблема? Он не подходит близко ко мне, и его стики не заряжаются. То есть он... Ага, опять торрент. Ну, блядь, гений. Понимаете, у него стики не заряжаются. Я с рейнджи кастую молнию, и рейндж стика, рейндж заряда стика меньше, чем рейндж каста молнии Зевса. В этом его проблема небольшая. Что ты делаешь? Боже, он мне еще и помогает вообще. Ну, на кунке играет просто мой мальчик. Он мне всячески пытается помочь. Руны нету. Так, смотрите, ну он меня боится. То есть тут дело в том, что не я его боюсь, а он меня. Смотрите, пошел, отойдет сейчас. Торрент дает торрент. Дает торрент. Ну просто, ну это просто я у мамы аферист. Сука. И пойдет сейчас на базу, наверное, в скором времени. Так, мне надо срочно забрать этого крипа с руки. Тут ганг идет. Го-го-го. Манекин, давай. Бля, я его пугаю. Смотрите, снова торрент пошел. Ну, это просто, ну... Или он фармит торрентами уже? Я просто не понимаю. Может, он отчаялся вообще? Ладно, все нормально, брат. У меня вообще все хорошо, потому что кунка не фармит. Я стою на фрифарме и фармлю просто зевсом. Могу под смоком зайти, если нужно. Блять, что с голосом-то? Не-не-не, не надо, брат, у меня все нормально. Гангай другие линии, я выиграл лейн. Блин. Опять ты. Опять ты со своими вот этими косарями. Не, я не из МСК. Тут просят развивающий контент. Опять трактор, доставляю. Что ли? Подожди, это второй трактор за день? Что ли, или что? Какой еще развивающий контент может быть, кроме трактора? Наш пип. Что это такое, блядь? Олег, да тебя надо переводчиком работать. Я знаю. Идеальный инглиш, да. Спасибо за донат. Я знаю, я нормально перевожу. А что это? Тут пацаны сейчас качаться будут? Подкачиваться немножечко? Так это нормально развивающий контент. Как дела, наши самые крутые атлеты? С вами снова Крисерия. И я рад приветствовать вас в новом видео. Что у него голос, как будто он яйца зажал себе между ног. Рассказывали, как начать заниматься Крисерия. Ебать, дай болта дам. Блять, он не дает мне болта дать! Что это было за хуйня вообще? Которые помогут вам освоить. Блять, это хуйня какая-то была. Вы видели эту тему? Я не мог болт дать. По и применим это в нашей. Он просто не нажимался, прикиньте. Я его три раза нажал, он не нажимался. Я хочу пригласить нашего оператора. Кевин, кто-нибудь возьмите у него камеру на время. Это Кевин, и он тренировался с нами. Блять, тебе рев крипа его дал. Все, ты меня проклял, братиш. Ты меня просто проклял. Зачем ты это сделал? И сейчас мы вместе с ним выполним эту тренировку. Давайте сделаем это. Все, пацаны, мид выигран в салатище. Дал фору немного. Окей, тогда давайте начинать. Сегодня мы собираемся выполнить тренировку всего тела. Она будет включать в себя все, чему мы научились в предыдущих видео. Кевин так. Будет работать без отягощений, простая калистеника. А я же буду заниматься калистеникой с отягощением. Чтобы продемонстрировать вам, друзья, то, подожди, когда ты псих? Все без отягощений, приходит время добавлять вес, чтобы прогрессировать в калистенике и переходить на следующий уровень. Мы будем. Блять, как же мне не повезло. Которые изучили в предыдущих видео. Удержание уголка, подтягивание, у него ничего нету. Он пошел на шрайн.
заседания. Кто быстрее дойдет до шрайна. Будем выполнять на максимум повторений с идеальной техникой. А как только не будет хватать сил соблюдать правильную технику, мы будем переходить к отработке прогрессии. И первым упражнением будет удержание уголка. Удержать уголок нужно будет максимально долго с правильной техникой выполнения. После этого мы перейдем к удержанию уголка с попеременным сгибанием ног. Ну давайте, пацаны. Сидя в висе. Затем переходим к подъемам прямых ног, после чего подъемом согнутых коленях ног. Ты готов, Кевин? Тогда поехали. Я быстрее дошел. Не, ну вот это жесткая была тема. Типа, почему я не мог навестись болтом под башней. Это было очень странно. Много херни повидал, такой херни еще не было. А когда не сможешь держать ее, поменяй ноги. Когда не можешь удержать и эту, снова меняй. Пацаны, давайте на брусья, чё? Хорошо, сейчас просто удерживаем. Подкачаться? Мне не нужно. Хорошо, чувак. А теперь переходим к подъемам ног. Видите, что мы делаем? Сейчас мы сохраняем концентрацию и внимание также на наших мышцах. Обычно люди просто останавливаются и переходят к последнему упражнению. Мы же продолжаем удерживать положение во время выполнения всех прогрессий упражнения. Вот так. Если больше не можешь, переходи к подъему согнутых коленях ног. Поднимаем колени вверх. Отлично. Черт, Кевин, это действительно очень неплохо. Погнали дальше. Следующее наше упражнение – это подтягивание. Где субтонин? Есть. А это очень хорошо развивает выносливость. Да только не то. Таким образом, ну я убивал кунгу вообще. Дольше для вас так совпало. И, конечно же, чем дольше ты занимаешься на перекладине, тем сильнее ты становишься. Сейчас мы перейдем к подтягиванию. Мы начнем с самых тяжелых прогрессий. Кевин начнет с подтягиваний, а я с подтягиваний. А я пока сожру вот этот вот бурус. Сниму вес и продолжу подтягивать. Он же перейдет к негативным подтягиваниям, подтягиванием с прыжком, а затем завершит австралийскими подтягиваниями. В каждой прогрессии работаем до максимума. Ты готов сделать это? Сейчас я только быстро наделаю это на себя. Не свана, блядь. Окей, давай начинать. Поехали. Ну, давай начинать. Он тебя видит, братан, там. Пацаны, вы хотите подкачаться? Вот честно только. Ну там мышцы, бицепсы. Все с вами понятно, задроты комнатные. Чисто все притихли сразу, заметили? После того, как я снял дополнительный... А если уже подкачан? Мысли почувствовать себя супер... Ты не можешь быть подкачан. По голосу ты скорее, блядь, подкачан пивом и сишками. Я угадал? Не совсем. Я просто заболел. Пуч в тренажерку бегом, блять, с такими хуками. Быстренько, сука, в тренажерку. Готов? Давай сделаем парочку. Блять, не убивайте. Дяди кентавры, вы шо? Задержись на последнем повторении и опускайся как можно медленнее. О, бля, пацаны, жестко. Отлично. Кевин, ты мужик. Не, мне кажется, Пуч читер. У него чит на хуке. Подожди, я только захвачу с собой вот это. Мне очень пригодится. Давай, брат, вытягивай. Хорошо, переходим. Давай, как мы учили с тобой. Поехал, давай. Сейчас мы будем выполнять Го-го-го-го-го. Поехал. Повторение отжимания на брусьях. Красиво. После этого перейдем к отжиманиям на брусьях с прыжком. Давай, он твой. А после этого к обратным отжиманиям. Шучу, не твой.
Держи, держи, братишка. Окей, давай начинать. Помогаю, брат, все ради тебя, давай. Поехали. Блядь, да ты задрот, слышишь? Вы видели это? Свен на фрифарме. Кто на фрифарме? Свен? Да. Ничего страшного. Свеном я разберусь. Не, ну то теперь мы знаем, ребят, как правильно на брусьях, типа, ну, качнуться там. Все красиво сделать, так сказать. Не добивай башню только, убей меня, но не трогай башню. Все, пацаны, ебошьте меня. Я закупился, мне не страшно. Глянь, а что это такое вообще? Хорошо, поехали дальше. Парни, на мид кто-нибудь подойдет подефать, подраться там? Без отягощения или с отягощением. Штука реально жесткая. Ты хочешь делать с этой стороны? Обратное отжимание. Хватит за дефа. Ну пинг присутствует в голове, конечно. Давайте. Под кораблем. Сейчас все будет. Сейчас корабль начнет как бы уплывать. А когда корабль начнет уплывать, лицо тоже начнет уплывать, кстати, вместе с кораблем. Гейм, как? Ты в порядке? Ну и закончим. Хорош. Да, мужик. А далее у нас отжимание от пола. Блин, ну кунка не умер. Это плохо. Техника выполнения. Локти не расставляйте. Давайте сделаем это. А начнем мы с обычных отжиманий. Выполним. Ну вы видите, насколько жирные враги. Просто очень жирные. Тяжело их пробить. Так, что там на коленях уже? А, нормально. Я думал, к ним эти пришли. Уборщицы в зал. И сейчас начнется, как обычно, вот эти сюжеты, знаете. Так. Так, вот этому болт. О, шрайн есть. Твои молитвы услышаны. Вот хукаю. Хорошо, теперь я начинаю их чувствовать. Хукаю. Он начинает чувствовать. Бля, вы меня пугаете, пацаны. Что там вообще на видео? Не, нормально вроде. Что-то знаете, типа, на колени. Теперь я начинаю их чувствовать. Как-то, я культурю. Как-то это все... Нету, 12 секунд, когда... Прогрессии здесь, это же, конечно, приседания. Пистолет с поддержкой, взрывные приседания, а затем и обычные приседания. Я начну с приседаний с поддержкой держать вот здесь. Очень тяжело их выполнять дополнительный вес. Кенни начнет с приседаний с поддержкой из положения сидя. Выполним их максимальное количество раз. Ты готов? Погнали. Что-то в меду хотят. Будем драться, пацаны. Я готов. Давай Пуч сейчас покажет нам. Там башню бьют, кстати. Ну все, пиздец. Пусть хукай кого-нибудь. То пошли кунку убьем. Сколько драк было проиграно после вот этой, знаете, безобидной фразы? Пуч хукай. Я смоки, можем смоки разбить и пойти. Давайте бить. Ну все, поехали, я верю в Пуджа. Под вражеским шрайном деремся, правильно, пацаны? Чисто под шрайном. Идеальное место для драки. Нет, конечно. Нет? Ну давайте на низ тогда кунку убьем. Да нет, все-таки шрайн. А, наш Пуч все-таки воспринялся всерьез. Давай, куда мы идем? Свидание с выпрыгиванием, детка. Мы почти закончили. Готов? Не, пацаны. Я все понял. Как мне играешь?
Ясно. Я пойду наверх, качнусь. О. Блядь, да они в пятером бегают. Террор Блейд, а иллюзии как, не нужны в этой игре? Зачем вы берете Зевс наверху? Меня нету, зачем вы берете Зевс наверху? Сука. Да, пацаны, все локатка будет, я уже чувствую. Теперь у вас есть тренировка. О боже, такое ощущение, что эта штука весит 100 фунтов. Блять, ты о чем? Что за штука? О господи. Именно так ты решаешь. С руки чисто. Давай тут хукнись. Блять, Свен, пожалуйста. Спасибо. Своем времени и концентрации. Блин, своего внимания. С тобой бы я тоже подумал. Олег, судя по твоему, ты бы за максимум результата. Спасибо за донат, я не бухаю, братиш, я за здоровый образ жизни. Забывай об изометрическом удержании, если ты больше не можешь выполнить повторение, а также о негативной фазе движения. Хотите? Спасибо за донат, я ж просто не бухаю, братик. Вообще, да я вчера выпил литруху пива и все, и спать. Сходу. Самой лучшей физической формы в вашей жизни, и ее очень просто начать. Не нужно потратить много времени, чтобы ее освоить. Подписывайтесь прямо сейчас на канал GymFit.info и становитесь частью команды. Скачивайте официальное приложение SNX для своих устройств, ссылка в описании под видео, чтобы всегда и везде иметь... Да, все, они закончили, да? Программу. Закончили программу. Ну что, ребят, после этой катки бегом в зал. Все, реклама пошла, протеина. Сейчас шприц достанет, чисто вколет его себе в бицуху. Смотрите канал GymFit.info, мы вернемся к вам очень скоро. Очень скоро вернуться. Не забывайте, ребят, подписываться на канал, на Twitch канал, если хотите быть таким же вкачанным, как я, таким же спортсменом. И подписывайтесь на канал, если стрим понравился, кстати, да, ребят. Да. Он там Свен соло фармит. Не, протеин не вкалывает, пацаны, я знаю. Вкалывает какую-то другую херню. Я ж не говорил, что протеин будут вкалывать. Вы хоть дослушали. Протеин мешают со всякой, типа, с молочком, с кем-нибудь. Ну, вот я когда-то пробовал, типа, с этим, с мажителем хуярил, пацаны. Чисто протеинчик. Но недолго это продолжалось. Потом у меня просто писюн не стоял, вот, и я решил завязать. Спасибо за 1000 рубасов, братиш. Так, ладно, а что там вообще? Там саб был, что ли? Я саба пропустил. Спасибо за саб, сабскрайбер. Парни, у нас как вообще по драке? Ситуация обстоит. Я не знаю, надо как-то закомбинить со мной, типа, чтобы я зашел с ультом, не знаю, как-нибудь разрушился. Проблема в том, что у нас Тераблейд без артов на 20 минуте, у него вообще ничего нету. Хотя БКБ было бы, можно было что-то сделать. Спасибо за донат. Я не был под пивандрием никогда вообще. Тем более на фотках. Да ладно тебе. Пасу парту бегай. Блин, у нас, короче... А где все, блядь, варды? Нужно... Местность заворожена была, а то нас... То есть вот это наш керри. А кто ты? Террор Блейд, а сколько у тебя крипов убито? Я надеюсь, больше 30.
Просто, ну, я же просил, пусть не даст фарм, он не захотел. А давайте на топе убьем кентавра. Ну, блять, чувак, стоят дизраптор и кентавр. Вы их сначала поубивали, потом ушли. Сейчас. Чувак, у тебя иллюзии не вкачаны. Чувак, у тебя иллюзии не вкачаны. А у меня иллюзии не вкачаны. Как ты собираешься фармить Рогблейда? Объясни мне. Блять, руками на. Сетку дай кому-нибудь. Естественно, ты выберешь кентавра. Бля, он решил нимбус уничтожить. Бля, ну я не знаю, как убить их. Типа, мне не хватает дэмэджа, на самом деле. Я вообще планировал кентавра убить, но я убил почему-то еще и этого. Ну, точнее, убил кунку, а не кентавра, хотя планировал кентавра взять. Ну ладно, ребят, это жестко. Это очень жестко. Надо. Я вот не знаю, блин, вейл брать, не брать. Вообще, конечно, для дэмэджа нужен вейл. Но, блин, брать его уже поздно. Плюс у нас. Понимаете, у нас очень редкие драки. То есть я сейчас куплю вейл. Я сейчас куплю вейл, и я буду просто ходить с этим вейлом 10 минут ждать драки. А ты же собить как бы должен. Поэтому, может быть, лучше в этот пойти. Бактаринчик. Окей. Не хочу вейл брать, парни. Не хочу. Лучше я попрошу кого-нибудь это сделать. Кто у нас может вейл взять? Нага Сирена. Террор Блейд, купи вейл, заебал. Он Блейд Мейл делает, не? А, это не он. Террор Блейд, купи вейл в Дискорд, плиз. От него пользы больше будет, я вам напомню. Может, не надо, давай лучше я куплю. Мне кажется, лучше... Ну, давай ты, купи ты. Ну, просто я бы Террор Блейду сказал, потому что от него, ну, как бы, если он сейчас купит манту против Свена... то пользы особо не прибавится. Я вообще думаю, что лучше бы он БКБ взял какую, было бы больше пользы. ТБ, возьми Вейл в Дискорд, заебал. Вот кентавра, вот ТБ. Мудрый совет. Пошлите с вами, сам память лет. Ну идите, пацаны, вы можете идти без меня. У меня есть ульт, у меня есть нимбус. То есть я вам помогаю прям с базы. АФК стою и помогаю, понимаете? Просто вы должны куда-то пойти. Нажать смоук там, неважно, что-то сделать. Просто если я буду уходить и искать врагов, то я буду пизды получать. Я Зевс, парни. То есть просто жмете смоук, идете. У вас нага есть. Если все хуево, слип нажали, съебались. Пацаны, ну все ж элементарно. Просто главная инициатива. Ну ты объясни, я-то с удовольствием, у меня есть смоки. Ну так соберите, почему я объясню? Блин, в лес придите. Вы же команда, парни. Вместе собрались, пошли, нажали, там все красиво. Ну, вон, смотрите, что Пуч творит. Вот, смотрите, какой задрот. Кто умер у нас? Макакич. Я пока не могу помочь. Ничем. Терблейд, у тебя ульта есть, если вдруг ты забыл. Я могу. Здесь? Мы будем драться, нет? ТБ, ты как вообще? Да, блять. Окей. Да. Пизда нам. Ладно, нет. Сетку по КД, давай ему и не подходи. Хорош. С руки убил, эти все, прикиньте. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ты кто такой, блять? Все, пацаны, вот это я понимаю. Драка. Это я понимаю замес. Вот это мужик. Короче, я вейл для тебя соберу. Давай, брат, давай. Просто я не хочу вейл покупать. Раз ТБ вейл не хочет брать, бери ты. А лучше бы ТБ брал, вот честно. Так, короче, ребят, по моим расчетам, у меня есть Октарин. То есть я беру себе Виталю бустера, беру себе Point бустер и покупаю себе Октарин. Это замечательно, потому что... Короче, ребят, сейчас все расскажу. Сейчас будет секретная стратегия на победу, ребят. То, что вы сейчас увидите, не пытайтесь повторить дома. Ну, пацаны, я свечу, смотрите, сам. Не делитесь пока. Без дизраптора.
3, братишка, ау. Моя депрессия прошла, поэтому я ебал тебя в очко. Ой, бля, вот когда ты уже начнешь ебашить на своем говно уровне, вставай, ты тупая пизда. Спасибо за донат, всё, хейтер, наливал понос тебе в рот, и буду всегда наливать. Считаем нимбусы, второй. Я говорю, либо кто ставит нимбусы? Жри моё дерьмо, братишка. Кто покупает? Найс, хейтер. Что такое? Захейтил. Все, теперь можешь идти. Хорошо, покупайте, извини. Пацаны, второй нимбус минус пол Рошана. Враги сейчас просто охуеют с того, что Рошан умрет. Хотя, правда, я могу умереть раньше, чем Рошан. Да, я умру раньше, чем Рошан. Смотри, они в пятером играют, видишь, они просто бегают. Да, они в пятером играют, бля, главное, чтобы они на Рошана не пошли. Потому что Рошан умирает за 4 нимбуса, пацаны. Ну просто, если они сейчас пойдут его убивать, то, ну тут ГГ, наверное, потому что у нас керри нету. Типа, я не знаю, как мы драться будем. Надо было не выходить сейчас на мид и не умирать, потому что они пошли все за мной. Просто, лянь, четверть Рошана осталось. Сейчас резнусь, у Рошана будет пол хп. Спасибо. Так, сколько за меня платят? 583. Надо вообще валить куда-то подальше от врагов, от своей команды. Смотри, братишка, моя депрессия прошла, поэтому я ебал тебя в очко. Так я уже это слышал, ты, блядь, когда ты уже начнешь ебашить на своем говно уровне, сраная, ты тупая пизда. Дырка от жопы, наливал понос тебе в рот, и буду всегда наливать прямо тебе в очко. Жри мое дерьмо, братишка. Больной ублюдок. Что, пацаны? Блять, почему я так долго в таверне? ГГ. Да нет, не ГГ, пацаны. Я сейчас все сделаю, не переживайте. Он ВКБ нажал. Вот дагер аккуратно, сейчас же подсадит. Да я знаю. Просто у Свена чуть больше, чем у Террор Блейда, ну, слота на 3 примерно. Поэтому лучше ставить нимбусы на Рошана и не выебываться. Ну, Манта, Драгонлэнс, все красиво. Блять, хоть бы они на Рошана пошли сейчас. Хоть бы они сейчас не шли на Рошана. Потому что я солю этого персонажа. Я просто сейчас иду туда и забираю Рошана. 4 нимбуса, ребят. На самом деле, если бы я не умирал. Чувак даже не видит, что я Рошана пижу тут соло. Он просто тут собирается варды какие-то ставить. Да, ты хочешь ставить. Ты влезкий. Ну что, ебанутый? Блять, ну я же говорил Рошану. Так я убил Рошана, расслабься, брат. Приходи в себя. Он думал, что это враги его убили. Он даже на карту никто не смотрит. О, вернулся Розарио Агропета. Спасибо за подписку. Что? Пацаны, нам вне базы нельзя драться, мы в дерьме. Спасибо за подписочку, братиш. Вот такие вот у меня тиммейтики чисто подъехали в игру на Зевсе. МК, ты будешь варды ставить или просто мне проще поставить? Ну, а вот как можно быть настолько хуёвым? При том, что и у тебя 3000, и у врагов 3000. Касардас, брат. Касардас, масардас, давай драться. Блин, мне нужен блинк даггер на самом деле. Еще не время. Блин, ну там куча артефактов. Там просто на кого ни посмотри. У них просто миллиард айтемов. У нас айтемов нету вообще. Ну там перефарм сейчас 1025, наверное. Так, сейчас. Оп. Опа, да? Давай следующий. Товарищ хейтер. Ну все, он вытянул смерть. Он вытянул смерть для всех нас. Блядь, а БКБ бесконечная, да? Да, вот это без Свена. А БКБ нету. Блин, ну это такое себе. Ой, лови, заходи.
Ставь ульту. Можно было поближе ставить. Все сделай. А что с дизраптором? Он болен? Блять, я в этом стою. Хуй, я в этой. Пена убил. Сука, пират. Пират. А ты думал? Пацаны, ну комбинация была почти идеальная. Только надо было... Все очень просто, у них просто слотов намного больше, они переживают за мисс. Вот, да, это правильно. Но все равно, если бы чуть грамотнее сдали комбу, то могли бы выиграть драку. Так, вот что взять дальше? То есть нужен дэмэдж. Наверное, на 25-м надо брать талант не на рейндж скиллов, а именно на... Блядь, что я сделал? Аганим убрал. Надо брать талант не на рейндж скиллов, а на дэмэдж с молнии. Потому что, ну, у нас никто не дамажит, кроме меня, по сути. Блин, ну он жирный очень. Но я ему пол хп почти снес. Солянова. Блин, хреново, что там кто-то книги скупает. У нас нет мида. Не, играть можно. На самом деле, играть вообще можно. Потому что без одной линии изи, плюс у нас вейл намечается на наге. Уже... Бери вейл, братиш, только не забывай его юзать. С вейлом полегче должно быть. Блин, на самом деле нормально то, что я Рошана забрал. Если бы не я забрал Рошана, они бы уже игру закончили. Пришел бы Свенса, Егисом или Кунка. Так, а у них тут, я так понял, да. Гоу Джакира убьем. Давай, Джакира, гоу. Я понял. Ты будешь помогать? Не? Нас ебать идут, кстати, брат. Поэтому пусть лучше выебут тебя. Свапнись. Красиво. Не, выебут меня тоже, кстати. Он успел меня покрестить. Все, затаимся. Затаились, пацаны. Ебать, он спалил меня. Ебать, а тут засада прям какая-то, слышите? А Егис реализован, осталось съебаться. Брат, брат, спасибо, 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 спасибо. Ты... Блять, спаси и сохрани. Спаси и сохрани. Блядские крипы, идите нахуй. Спасибо, брат, от души. От души, пацаны. Видит Бог, я старался как мог. Красава, красава, братюнь. Ну давай что-нибудь сделай, брат. Блять, глиф хороший. Это Терроблейд нажал, 100%. Кунка, ну не ебашь меня сильно, а. Ух ты, гений на фурже. Видите урона просто? Там еще и Кунка очень жирный. Свена, гол! На, ебасос тебя. Не, ну я пока солю. Пока просолочка-то идет. Если вы понимаете, о чем я. А, он тут остался. Бля, ну Свен очень жестко бьет. Прям ебало бьет на ура. Не-не, он тебя ударит и убьет, брат. Ты о чем? А, ну если только так. Зачем? Не, ну, а что делать? А что делать? Где Террорблейд? А вот он. Бля, ну это жесткий Террорблейд, на самом деле. Типа, я не знаю, у него вообще, по ощущениям, Net Worth сейчас 300 где-то. Ну, давайте посчитаем. Манта стоит... Сколько у нас стоит манта? 5000. Драгонленс 2. ПТ 1500. 7, 8,5. 9. 9. И 3300 на руках. Не, у него 12 тысяч Net Worth, но у Свена 22 где-то. Опача. Ничего себе, ты решил ворваться сегодня? Брат, не забывай вейл нажимать. Ну, хорошо, будет замес, нажму. Окей, окей. Немного хорошей музыки вам. Спасибо, Эдзе. П-
Спасибо, Эдзе, за 1000. Ничего себе. Ты решил ворваться? Спасибо, братик. Что за музыка? Показывай. А, я это... Это, по-моему, что-то знакомое. Это что-то очень знакомое, погоди. Что, на базу, назад, 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 террор, назад, блядь, что назад, там, назад. Грязь пошла, ли убивают, это без клипа. Погнали музыку слушать. Будем без клипчика. Хули вы там стоите, вы что, сдохнуть хотите? Так, что там? Да, там кровь, кишки, это нельзя смотреть. Не будем. Блин, мне кажется, или что-то тяжелое, слышишь? Прям вот по клипу могу сказать, что обычно где кровь, кишки, снизу, Свен, сверху, мясо и грязь, надо там, выбрать, куда пойти, блин, там тяжелая музыка. Блин, надо тревела брать, буду быстрее двигаться. Го, ловить его. Ну, сетку дай. Ну, сетку, плиз. Все, ивейл, отлично. Четко, четко, пацаны, красиво. Пумка тут. Го, убивайте. Не отжимай только слип, не отжимай. Вейл не забудь. Отжимай, отжимай. Кунку. Если есть вейл, давай. Ведь как же корабль лицо сейвит. Блять, у меня дайгер не успел писюлечку вообще, он уже почти был. Отходи, мне отходи, все, отходи. Мне только откадешила сетка. Да, блять, мне тоже чуть не повезло. Я должен был убежать. Бля, он с бабочкой еще. 25 вампиризма, все у него хорошо. Да, но он сломает, надо колбасу давать. Бля, у этого тоже артефактов нету. Ну, я не знаю. Мне кажется, у меня все мои мальчики, они Свена одевали. Потому что у Свена артефактов, как будто он все деньги забирал у моих тиммейтов. Террорблейд купил БКБ себе, только вопрос, зачем? От кого, если Свен тебя убивает с гитары с двух ударов? Хиро Артем, спасибо за подписку, братиш. Блин, Эдзе, ну это жесткая музыка. Если мы вообще выиграем. Не, мы не выиграем, брат. Это тебе 100% говорю. Можем просто попробовать потянуть время и поиграть. И все. Ну как бы, чтобы мы выиграли, Террорблейд должен купить 6 слотов. А он их купит минут через 70. Вот, поэтому... Это понятно, но я... Поэтому, а даже, понимаешь, даже если он купит 6 слотов, Свен все равно сильнее Террорблейда. Он просто с пиздюли убивает все, поэтому мы по дефолту. Это позиционку нужно выбрать так, чтобы Свен лицо у него. Да закайте все вопрос. Чтобы развести все. Не, ну мы нормально подрались, мы убили четверых, потом пришел рейд-босс на Свене, естественно, сейчас всем объяснил. Сейчас они на Рошана пойдут, если он кэсался. Я вижу. Хорошо. Да. Ну сейчас будет. Я не думаю, что Свен будет забирать Аегис или сыр. Хотя может. Вот, вот, кентавр, убьем. Гоу, гоу, гоу. Пацаны, то есть он убежит. Он же не может убежать, я в это не верю. Это будет как в боевиках уже. Отлично. Свен с Аегисом, ребят, уходим в базу уйти, нас сейчас тут щемить будут. Бля, там у кунки два дыга уже. Блин, ну вот в прошлый раз я убил Рошана, в этот раз уже... Уже не убить Рошана. Это иллюзия, брат. Это ж иллюзия. Бля, вообще. Он движет, бля. Блин, там у Дизраптора больше, чем у любого и вообще больше, чем у Террорблейда. Давайте драться. Блин, ТБ 22 уровень. Вообще все хуёво. Я не знаю, как мы сейчас будем дефать. Для меня это непонятно.
Ебут, пацаны. Ну, спасите. Он через ТВ может меня уебать. Не знаю, почему этого не сделал. У Свена явно ко мне какие-то претензии по жизни. Ладно, убью. Еще одного. Да? Еще раз. Что, соси, Свен. Точнее, нет, пока сосем мы, но все равно сосет Свен. Да иди нахуй. Грязный пират. Ненавижу пиратов. Ты куда пошел, пидор? Умирать, сосать, лежать. Ага. Ну мы отдефались. Это очень было... Ну это неожиданно для меня. Вообще неожиданно, то что мы отдефались. Эдзе не ожидал от тебя тяжесть. Думал, ты что-нибудь включишь полегче, учитывая, что сегодня весь день тяжесть. Поверху пойдем, или пойдем кушать. Вон, кентавр снизу, гоу. Ну, мы выиграли, потому что... Мы выиграли драку, потому что там кентавр был стоверный. Они без кентавра дрались. Пучите, пожалуйста. То есть там есть еще кентавр с аганимом был бы. И гунка. Давайте убьем его. Го-го-го. Прикиньте, если бы кентавр купил аганим себе. Как бы мы их убивали, учитывая, что у них гунка еще есть. Блять, что раньше сделать? Закончится кентавр или моя мана? Что раньше закончится, пацаны? Хорош. Может быть, купить эти реал? А смысл? Ведь урон будет... Избраться еще это, блядь, или проебали. Можно купить из реал, но... У меня пока бабок нету, мне нужен байбек. Но этот барак был не нужен нам особо. Это рейнджовый, он бесполезен. Из реал можно взять, но у меня байбек надо оставить. Ну, знаешь, когда останется один барак... Вот, Свен заруинил файт. Да нет, заруинил файт кентавр, который умер до драки, они пошли вчетвером и все. Но опять же, мы убили Свена с Аегой, мы убили Свена с Сыром. То есть мы выбили с него, считай, три раза почти убили. Гоу-гоу-гоу, гоу-гоу, обезьян, дерись. Макакинс, давай. Только не возвращай меня, будь человек. Не, верни, верни меня, сука. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Свен тут, спасай! Блять, ну мне пизда. Пизда мне! Ну, Свен на меня биба стоит вообще, люто. Поэтому я тоже, блядь, свою бибу сейчас достану и по губам буду ему водить. Что, соси, Свен. Блядь, ёбаный, будет крыть. Нормально, нормально, Свен бэбэкнулся. Хорошо, это я кританул с молнии. Сейчас Свен тут будет, давайте. Давайте, чё вы? Уходим, уходим, блядь, назад. Так там один Свен и Джакира, алло, ну все уже, да. А, ну ладно, ладно, ладно. Как нет, скажешь, ну, как скажешь. У меня есть сон. Да? Можем забайтить, ну, на давай сон. Тогда. Вон Свен портуется, а кентавр, блядь, что за World of Warcraft активировался. Все, я валю отсюда. Мага, отойди, отойди. Купаться? Нага, сон и кошить оттуда на всех скоростях. Все, и уебывай, ТП аут. ТП делай, делай ТП, переложи. Нету ТП, просто беги, просто беги. Пизда тебе, брат, ты пошел на пачку крипов, ты гениальный, чисто, блядь, какой же ты жесткий. Вот это чисто бегун. Все, красиво. Повезло. Все просчитано. Красота, красота. Все, Свен без байбека, запомните, Свен без байбека. То есть сейчас, если мы грамотно убиваем Свена, то мы можем, у нас есть шанс выиграть игру. Мы ее не выиграем, ну как бы это не 100% гарантирует, что мы ее выиграем, но шанс появится неплохой. Аккуратно, ТБ, не умри один, плиз. Блять, ну Свен идет. Они идут ломать, пацаны, они идут ломать ласт сторону. Все должны на дефе быть. Блять, у меня есть персона, нету, в общем проблема. Я бы ТБ, выкуп есть, выкуп есть. Лянь, меня хочет. Ты посмотри на этого петуха на Свене. Смотри, Свен идет. Ну давайте, сетку ему. Блять, ВКБ 5 секунд, нормально. Все, отлично. Идем их убивать, идем их убивать. Еще 4 человека нахуй. Ловите. Идем, идем, идем. Дальше. Я дефаю, парни, надо идти ломать. Надо идти по миду, пацаны, я буду дефать. Я на тревелах, идите по миду. Убивайте их, идите по миду. По миду пошли. Давай, давай. Давай,
Давай, давайте, идите ломайте, просто в трон идите. Только аккуратно. Фанатам Фиса, песенка для вас. Мёртвым душам, суки, крышечка. Тогда скоро форма закончится. Спасибо за подписку, Fortniskinmi. Спасибо за подписку. И спасибо за 1000 рубасов, братиш. Ты сегодня прям ворвался. Просто уже на 2 кэса. Мы не сломаем. Ну да, они все умирают. ТБ сдох. Ну все, ТБ умер, уходите. ТБ подпись. ТБ подпись. Интересно, что там на клипе. А, я это тоже видел, по-моему. Тут тоже убийство, кровь, грязь, в общем. У меня уже есть банка так-то. У меня уже есть банка так-то. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так, спасибо за донаты. Короче, ребят, на Зевсе сейчас будем душить. Будем пытаться выиграть там, потому что я вообще почему взял Зевса, потому что там три силовика жирных достаточно, и плюс там Джеки Рос, тоже герой, который как бы славится тем, что у него очень много хп. Брат, не работает такая тема со мной, меня нереально поймать на торрент без креста, запомни. Ну это просто невозможно. Не знаю, на что он вообще рассчитывает. Брат, ты умрешь сейчас, пожалуйста, подлечись, мне страшно за тебя. Так, все, банка сапог едет, теперь выходим в арканы и начинаем... Начинаем все это убивать. Дело, потому что тут будет прям... Ой, он стики принес, а хила нету, стики апнул. Знаете, в чем его проблема? Он не подходит близко ко мне, и его стики не заряжаются. То есть он... Ага, опять торрент. Ну, блядь, гений. Понимаете, у него стики не заряжаются. Я с рейнджи кастую молнию, и рейндж стика, рейндж заряда стика, меньше, чем рейндж каста молнии Зевса. В этом его проблема небольшая. Что ты делаешь? Боже, он мне еще и помогает вообще. Ну, на кунке играет просто мой мальчик. Он мне всячески пытается помочь. Руны нету. Так, смотрите, но он меня боится. То есть тут дело в том, что не я его боюсь, а он меня. Смотрите, пошел, отойдет сейчас торрент. Давай, дает торрент. Дает торрент. Ну просто, ну это просто я у мамы аферист. Сука. И пойдет сейчас на базу, наверное, в скором времени. Так, мне надо срочно забрать этого крипа с руки. Тут ганг идет. Го-го-го. Манекин, давай. Бля, я его пугаю. Смотрите, снова торрент пошел. Ну, это просто, ну... Или он фармит торрентами уже? Я просто не понимаю. Может, он отчаялся вообще? Ладно, все нормально, брат. У меня вообще все хорошо, потому что кунка не фармит. Я стою на фрифарме и фармлю просто зевсом. Могу под смоком зайти, если нужно. Блять, что с голосом-то? Не-не-не, не надо, брат, у меня все нормально. Гангой другие линии, я выиграл лайн. Блин. Опять ты. Опять ты со своими вот этими косарями. Не, я не из МСК. Тут просят развивающий контент. Опять трактор, доставляю. Что ли? Подожди, это второй трактор за день? Что ли, или что? Какой еще развивающий контент может быть, кроме трактора? Наш пип. Что это такое, блин? Олег, да тебя надо переводчиком работать. Я знаю. Идеальный инглиш, да. Спасибо за донат. Я знаю, я нормально перевожу. А что это? Пацаны сейчас качаться будут? Подкачиваться немножечко? Так это нормально развивающий контент. Сетку до того, как он до барака дошел. И все. Только, не, подожди, ну... Так, давай. Дай, 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 дай. Все, отлично, смотри. Он дойдет. Все, теперь идем, пацаны, по миду. А кунка? Этого, блядь, поймать надо. Го кунку ловить. Давай, давай, давайте. Они меня крипы им ничего не дают вообще. Я не знаю, что они, типа, так в эти бараки упоролись. Давайте, парни, по миду. Только с кункой аккуратно. Мне что делать, куда-нибудь?
Я на дефе стою, давайте, давайте. Когда, блядь, прибереги сон для того, чтобы когда кунка на кресте идет к нам, блядь, нажми сон, пускай он, блядь, не вернется, нахуй. Да. Окей. Да. А сон, не возр... я думал, он все равно вернется или, возвращ... или не возвращается? Не должен. Не должен. Просто я не знаю эту механику. Ну, попробуй. Ебаните кунку. Это плохой план. Он с БКБ. Ебать, там посыпались головы. Свен, вайбэк. Не, ну кунка умер, это хорошо, но это ничего не дает, по сути. Братан, МК, ты где? Он сплитит. Охуен. ГГ. Да не, подождите, ГГ, мы можем еще пошпилить. Ну, надо Джакира убить. Бэбэк у меня есть. Есть, отлично. Отлично. Надо вижу, как это поставить и такую кого-то убить. Что если? Пацаны, можем? А если нас пушат бараки, это... Да похуй на бараки. 9 секунд, да, у тебя заканчивается. Что бы кабы нет. Где я? Что я тут делаю? Я дефаю базу, парни. Не, ну ты будешь не драться за Рошана. Ну да. Ну, там рапира на кентавре, рапира по рукам пошла, пацаны. Как фарм террорблейда, блядь. Что делать? Сейчас бы ТБхе выбить рапиру, тогда появится шанс. Ах ты, петух. Кентавра, гоу! Гоу! Вот это красиво. Кентавр у них вообще отбитый нахуй. На уровне нашего террорблейда примерно. Рапиру. Я на байбеке. Рапиру берите. ТБ, давай. Бля, пуч, на кой хуй а, тебе этот бит рапир? Хорошо, дефай. У пуджа рапира, нормально. ТБ уже сдох, кстати. Да, заебись. Пудж, ебало бей. Давай, брат. Бля. Как учили. Сука. Ай да красава, давай, до конца. Солярис на месте. А, команды нету, ебать. Рефрешер, ты шо, рапиру ебать, возьми, Зевс, на какую, блядь, рапиру? Ну, хуяру я могу взять, только на клык, блядь. Ты какой сыр, слышь ты, блядь, сыроед ебучий. Эх, блядь. Иди нахуй. Я так просто не сдамся, петух. Было приятно. Я до конца, дрался, парни. До конца боролся. Спасибо за игру. Очень сильный Террорблейд. Удачи вам в будущем. Я, как мужчина, просто сражался. Сколько я насражался? Ну, нихуя себе, пацаны. Вот был когда-то у меня этот челлендж на 100 тысяч урона на Зевсе. Вот он, в принципе, в этой игре и выполнился. Я-то думал, когда? А вот оно и заехало. 100-2000 урона. Но эту игру тяжело было выиграть с этим Террорблейдом, типа...